Итак, дальше Бог дает им постановление о манне, и мы перескакиваем на 17 главу. «И двинуло все общество сынов Израилевых из пустыни Сим в путь свой, по велению Господню, и расположилось там нам в Рефидиме». Двинулись они туда, и там, смотрите, что написано, что «и не было воды пить народу». И там происходит опять очередной ропот в этой земле, в Рефидимской, где нету источника, нету что пить. И там происходит необычная вещь. Вы уже видите название, давайте прочтем. 5 стих. «И сказал Господь Моисею: пойди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов». Итак, вы видите вот эту тень длинную? Да? Вот здесь вот камень. И вы видите, посередине у него какая-то странная темная полосочка. Да? Значит, издалека этот камень выглядит следующим образом. Вот так, это все пустынная местность. Вот этот камень возвышается. И он странный. И что же странного в нем? Он выглядит вот так. То есть камень... Почему-то непонятно. Вот такой вертикальный. И он расколот. И у подножия его вымыто. Вы видите как, да? Кто был на горных реках, вы видели, как вода вытачивает. Вот здесь вот мелкие камушки, да? Как река, как ручей вот здесь вот. Поэтому, по всей верности, это именно тот камень, куда, из которого Бог дал израильскому народу воду. И где они ее пили. Впечатляет? Да. Да? Хорошо, меня тоже. Не останавливайся. Раньше мне Женя показывал время, все, хватит. Хорошо, читаем дальше. Давайте перескочим теперь в 19 главу. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. Двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. Почему там эта пустыня Синайская называется? Потому что она возле горы Синай. Так? Давайте посмотрим, куда они двинулись дальше. Вот они пошли на юг. Вот, и подходят, выходят на такую местность. Вы уже все мои закладки уже увидели. Можно сделать вот так. Вот здесь вот это пустыня Синайская. Это вот, давайте я вам так вот покажу. Видите, поблизости нету никаких больших скал. То есть вот это все, вот это вот следы от машин, которые там ездили. То есть это песок, кое-где такие небольшие камни. Вот, а это все песок. Большая такая долина Синайская. Вот здесь они расположились станом против горы. Ну давайте я вам сразу же гору покажу. Гора. Вот эта гора. Вот возле этой горы. Они вот в этой местности они расположились. Я сейчас вам постараюсь показать так, чтобы это было красиво. Вот. Видите, такое плато. И вот там у нас Синайская гора. Специалисты уже знают, что у нее черный верх. Да? Вот. И вот здесь вот они стояли станом. Вот где-то вот здесь вот на этой местности. Это очень интересная местность, ее совсем недавно Саудовская Аравия власти огородила и стала охранять. Здесь мы видим пост, видите, вот это дома, это вооруженный пост, там, значит, пулеметчики стоят,
некоторые вещи они обнесли забором. Когда это все как бы стало современному обществу понятно, что здесь такое есть, они стали это все охранять, сейчас там уже свободно пройти нельзя. А раньше можно было ходить, и у нас есть хорошая фотография, как это все выглядит. Итак, все общество осталось здесь. Перескакиваем 19 глава, 16 стих. На третий день... При наступлении утра были громы и молнии, густое облако над горою, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу с Богом, и стали у подошвы горы. Гора Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И дальше у нас происходит вот этот вот диалог Моисея с Богом. Точнее, сначала Бог обращается ко всему народу, и весь народ слышит трубный этот голос, гром, молнии, и Бог дает 10 заповедей. Потом народ говорит, что мы боимся, Моисей, ты иди к Богу, пусть он тебе говорит, а ты нам это все будешь пересказывать. Хорошо, так и поступили. Моисей поднимается туда, на гору. Давайте мы посмотрим эту гору ближе. Сейчас я... Значит, вот он идет, скорее всего, по этому ущелью, сюда вот вверх, вверх, вверх. И поднимается на вот эту гору. Вот она. Видите, она обожжена. Взяли кусочек и исследовали. Это что? Это камень, обожженный камень, который превратился в стекло. В темное стекло. Вот. И Моисей, значит, находится там с Богом. 40 дней. Вот. Он ему там дает много постановлений. И потом он спускается. Следующий отрывок, который я хочу вам показать, в 24 главе Исхода. И Моисею сказал Бог: «Взойди к Господу ты, Аарон, Надав, Абиуд и 70 старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Моисей пусть один приближается к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Итак, вот здесь вот у нас есть небольшое плато, вот оно, где вполне могут 70 человек, вот это или вот это вот, 70 человек могут прийти и стать. А Моисей мог пойти туда выше. Потом Моисей туда идет дальше, и Моисей туда несколько раз ходит. Два раза по 40 дней он там был с Богом. И вот в один из этих, во второй раз, когда он там находился, народ... стал думать, где же он. Вот, мы перескакиваем в 32 главу. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком Моисеем, который вел нас из земли египетской, не знаем, что произошло». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца. И отделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог». И сказал он: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Богу». На другой день они встали рано, принесли все сожжения, принесли жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встали играть. Хорошо, мы смотрим, что у нас здесь есть такое место странное, вот я вам его показываю. Такое странное такое возвышение, вот видите, его обнесли даже с забором. Вот. Это возвышение выглядит вот так вот. Такой странного рода камень сплошной, в некоторых местах разломан. Вот. Но самое интересное в этом большом камне, почему его стали называть
жертвенником, потому что на его стенках нашли надписи.